И к теме происшествия. Шаткая конструкция. На голову 77-летней пенсионерки упала балка с соседского балкона дома по улице Лаврентьева. Я стояла внизу, мой муж и сосед ремонтировали дверь в подвал. И мы с ней, она стояла на балконе, мы с ней пообщались. Так вот, ну как дела, что, чего. А потом, это самое, прошло какое-то время, она кричит. Нина, и это самое, поднимись ко мне. Прихожу к ней, она в комнате, я говорю, что случилось? На меня сверху упала. Произошло это, когда пожилая женщина подметала пол на своем балконе. Пострадавшую с черепно-мозговой травмой госпитализировали в отделенческую больницу.